придется раздеться. Которая разденется, даже так я скажу. Фак, она сразу вышла раздетая, ебаная. А ну давай. Саня, а какая песня у вас? О, все, супер. Ну, блядь, ребята зарядили очень выигрышно тоже сразу. Хотим сразу сказать, что напряжение велико, и есть вероятность, что в финал вообще никто не попадет. В общем, мадам, вы знаете, что вам делать? Саня, подскажи своей подруге, что надо делать для того, чтобы получать оценки. И мы не шутим. Некоторые из-за этого умирали. Друзья, тайёк, Ярик. Диджей Рок-Рок-Рок. Аплодисменты. Саня, снимай майку. Члены начать дрочить, но мы зассали. Саня, что это за мужик с ней обнимается? Стой, стой, стой. Очень дохуя важная информация. Мужик, ты кто? Ты ее парень или нет? Ты ее парень? Нет, так уходи нахуй со сцены. Руки прочь от этой фемины. Дорогая моя, верни. Стой, стой. Не одевай кофту, ты оценки еще не получила. Саня, у вас пока нет даже одного балла. Друзья, очень важная информация. Вы... Стой, выйди, правильно, но вам... вы хотите получить хотя бы тройку? Хотя бы тройку. Стой, ты уже все показала, теперь тебе осталось только постоять 2 минуты. Стой, Саня, Саня, я с ней нет смысла разговаривать, она в состоянии, а ты как ее зовут? Светочка, Светочка. А твой молодой человек здесь сейчас, Светочка? Нет. А, все, заебись, тогда я могу разговаривать. Значит, когда после прошлого Airbend'а Светочка попросила удалить ее фотографию из сети, чтобы ее не увидел кавалер. Друзья! Друзья, это очень важно. Светочка сподобилась показать себя еще раз, несмотря на своего злобного кавалера. Светочка заслуживает 5 баллов. Светочка, смелые бабы, это заебись. Жанна Д'Арк была смелой бабой, она сгорела в 18 и вошла в историю. Поэтому она крутая. Тебе тоже, наверное, 18, в историю ты после этого не войдешь, но на костре сгореть можешь. 5 баллов.
нашим фанатам сиськи, покажи 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 фанатам сиськи. Посмотри, Ярик снял штаны. Ничего так, да? Света, ты заставляешь наши сердца пылать. Света! Света, мы тебя любим! Света, не щелкай ебалом, Ярик снял. Света, веш ничего. Вообще ничего. Поэтому трояк. Серега, ребята, я вас люблю, ребят, и 3 балла вам. Четыре. Три. Мне же парень не понравился, сейчас, наверное, можно даже натянуть. Пятерик ебать давай. Ну ладно, пятерик, хуй с ним. Так, ребята, короче. Тут все обозвались вот из этого коллектива, пока у вас 2 пятерки. Ребят, подайте шляпу, пожалуйста, на сцене, я бросил. Спасибо. 5 баллов. Спасибо, Света. Ты рок вообще. Оу, Света, не переживай. Знаешь, сколько мне пришлось после моих конкурсов удалить фотографии, чтобы на работе их не увидели? Ты не представляешь вообще. Не парься. Фанатам потом покажи, что они просили, и вообще все будет класс. 5 баллов. Давайте, гасите. Я не ошибаюсь, девочку зовут Света, Серега Макарон, да? Да! Гарный хлопец, гарно сватый. Гарно бросить темные даты. 5 Беляшовый гай! 5 баллов! Там же парни были на волоске. Но у них 5, это заебись. Они проходят... Саня! Беляшовый гай! Вообще, мы все считаем, что самый крутой ты. Но в финале, друзья, они проходят в финал, потому что у них 5, это уже однозначно. В финале вы вот этой хуйней не отделались. Я надеюсь, вы понимаете. Сиська, сиськи, анал, влагалище, глиттер, вся хуйня. Спасибо. Следующие.